центре Еревана состоялось митинг-шествие объединенной армянской оппозиции. Цель организации протестной акции – призывать всех армян противостоять попыткам властей, находить общий язык с Азербайджаном и подписать мирный договор. По информации, в митинге участвовали все оппозиционные партии и их главный лозунг. Нет миру с Азербайджаном и Турцией, без которого, кстати, никогда не установится стабильность в регионе. Истощенной войной и изоляцией от всех крупных региональных проектов Армении опять не дают заниматься своими основными проблемами, и определенные центры внутри Армении и за рубежом продолжают зомбировать его население. Но армяне забывают, что несколько раз за последние 100 лет подобная позиция в отношении своих соседей обернулась настоящей катастрофой для них самих. Вне всяких сомнений, и на этот раз, если все-таки реакционным силам удастся препятствовать подписанию мирного договора с Азербайджаном из-за своей деструктивной политики, Армения получит по заслугам и потеряет свою государственность. О чем не раз предупредили армянскую элиту ведущие мозговые центры, исследовательские институты, которые анализируют конфликтные ситуации по всему миру и последствий крупных войн. А вопреки мнению и позиции всего мира, армянские пропагандисты продолжают мечтать о реванше и целенаправленно вводят свой народ в заблуждение. Сожжение символического мирного договора на митинге в центре Еревана уже расценивается как предвестник очередных столкновений на границе. Если сожжение символического мирного договора приведет к сожжению всех мостов между соседями, к закрытию всех открытых каналов для диалога, то от этого потеряют только сами армяне, и не только потеряют какую-то экономическую выгоду, но и могут потерять остатки своей, и так ограниченной независимости и государственности. Это, по сути, будет означать самосожжением для всей Армении, судьба которой и так висит на волоске после Отечественной войны. Опять-таки, и на этот раз все будет зависеть от позиции военно-политического руководства Армении и самих армян. Как жить, быть или не быть дальше? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.